друзья, но жители Принаровья это больше эстонцы. Они такие же участники жизни Эстонии. И Понарви сейчас, кто живет, очень дружит с коллективом, который мы сейчас приглашаем к нам на сцену. Пожалуйста, эстонское общество, мы вас уже заждались, или, наверное, нас устали ждать, но мы рады вас приветствовать. Добрый вечер, все добрые люди, которые вы сегодня здесь собрались. Нарвское эстонское общество пришло к вам сегодня своих самых лучших сыновей и дочерей, сыновей в виде ансамбля «Юхвайди» и танцевальная группа «Верт». И сначала мы начнем с песни про родной, про родного края.
Следующий танец создан специально на мелодию одной из самых красивых эстонской песни «Пошел еще году жорда». «Я хочу быть дома». Ее автор Айме Гала сидит здесь, в зале. Если возражаете, мы эту песню с вами поем. Hey!
Поэтому